Йох, Анатолий. Начинаем. Мужики, у нас с оружия крутые. Беру, короче, овцу. И, короче, всю ночь с овцой гулял. Эти такистанские шутки, да? И как тебе горячие такистанские овцы? Шикарные овцы. Всем построю. Просто ма. Ctrl Q. Так, парни, построиться всем. Всем построиться до здания. Ладно. На 12 часов. Такие у тебя зачетные очки. У тебя тоже не промах. А я арабский хипстер. Так, сколько у нас там времени на брифинг? Примерно 10, да? 15 минут? Ну, минут 10, но как бы, да, пока обе команды не подтвердят. Ну, а игра сама не начнется, да, если 10 минут прошло? Что говоришь, Мози? Игра сама не запустится, если прошло 10 минут. Расстрелом, стих расстрелом. Нет, нет, это чисто по договоренности, ничего не произойдет. Ну ты хипстер, чувак. Прикольно. Так, вон снаряга. Так, в общем, сколько нас всего? А сколько нас? 10 человек? 9? А он 10 был. 9. 9 на 9. 9. Потому да. Что Саша уйдет. Так, какие у нас рации? Всех обычные? Ладно, назначаем частоту. Она будет... Так, сейчас напишу на карту. Я понимаю, дело в том, что обычные солдаты не могут самостоятельно менять частоту. Да, во-во. Я что-то смотрю. У нас только по каналу. Это какая так, рация я пишу около нашей базы на карте частоту основную. Командующий, овцами Мози, у нас такая проблема, то что частоту нельзя настроить на рации. Да? У вас у всех только канал, только канал выбрать можно. Да, только канал выбрать. 383.2. Ну ладно тогда. Первый канал будет основным, скажите мне частоту, я перейду на нее. 381. У всех разная. У всех разная, 400. Да, у меня, например, 409,3. У меня 409,3. Там рации лежат. В общем, все к ящикам, берете рации и лежите беленькие. Какая рация, 152? Да, у меня какая-то вообще, да. Двухканалка, блин. Берем РФ, парни, а то у синих хан на РПЦ. Так какую рацию брать? О! Что за? Не, спокойно. Спокойно. Абдул, спокойней. Беруши уже в ушах. Беруши в ушах уже. Так, 152-ю рацию, да, брать? Да, взял 152. РФ нельзя. Да, обезвредите, блин, слушайте. Ла-л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 а-
Да, ну и надеюсь, напоминать не надо, что маркеры не ставим в общий канал, да? Да. Черт, я только хотел. 56,9 у меня стоит. Какой общий будет у нас? Поставьте пока все 100 ровно. Проверим, работает не. А парни, давайте не отличаться от этих рейджеров, 200 поставим. Аля. У нас одинаковая рация идет, поэтому. Так, всем 152. Сотый. 100. Частота 100. Какие у всех рации? Раз. Проверка. Мы 152-ю рацию взяли вот из этого. Так 152-я американская. А РФ не работает. Она, там нельзя частоту настроить. Там тоже канал выбирается. Я мочил неверных еще до того, как это стало мейнстримом. Зачетные очки. Фокс, а что у меня на голове? У меня тюрбан или пуштунка? У тебя пуштунка. Отлично. Выкинь мне ее, чувак. У тебя волосы. Чувак, выкинь мне, я ее вон вообще лысый практически хожу. У меня тоже пуштунка, судя по всему. Галактика, ты предусмотрел это? Да, что? У нас рации нету. И вот у этого парня самый классный головной убор вообще. В смысле нету? Парни, возьмите в смысле у нас рации. Либо... Стоп, эти черные, они... А че вы все поменяйте рации? Я у всех рации были изначально нормальные. Да они там не настраиваемые были. Канал нельзя было настроить. Так зачем вам настраивать? У каждой 6? Группы своя частота. АГС, а как мы будем с командованием общаться? Надо, мы сотку общую поставили. Канал так. Сотый. Чуваки, Task Force Radio. Это значит, что у FTL-ов рация настраиваемая.
у личного состава рация не настраиваемая. То есть FTL может поставить как, ну, какую угодно частоту. FTL, у него частота заранее настроена для общения со своим личным составом. Но так как вы уже понабирали хер знает что, то... Мы все 152 взяли. Просто понимаешь, в чем прикол? Вот эти рации, которые были изначально, у них нельзя было настроить частоту. Как бы и прикол в том, что у всех разные каналы, и, допустим, у всех, допустим, все выбрали первый канал, но у всех частота разная все равно. У вот. Всех. Так, ну понятно, так специально сделано. Как между собой как болтать? Внутри одной Fire Team у всех одинаковые каналы. Это я вам гарантирую. А с командованием как общаться? Командование с командованием общается только Fire Team Leader, да. У которого рация нормальная. Ладно. Все я отключаю респ. Блин, а как теперь настраивать? Надо переэто. Ну все уже взяли 152-е, вот и все. Сейчас рация не разберется. А ты мучитесь. Ладно, тогда частоту какую-нибудь сложную выберем для всех. Все слышите, не? Да. Да. 200-ю частоту какую у нас будет? Ну давайте будет 934. Все, ребят, я пошел, удачи вам. Расскажете потом. Можно. 934 и... Я говорю, 512 максимум можно. 27. User left your channel. Так, еще раз. Господа, 512 можно максимум. Не в разгрузка была, нет. Да, я понял. Ладно, давай 512 пускай. И все вот так и сделаем. Это основная. Нет, надо посложнее с дробью. 265. Все записывайте. 265. 265. Точка. Все написали? Да. 265. Точка 34. 34. Готово. А C будет какой? В смысле, канал от 34 нельзя, почему-то странно. Ну, ну нормально, можно. 265.34 записываешь, просто 3.4 не записывается. Угу. Все нормально работает. Нормально. Прием проверка связи. Слышно. А, ребят, у меня у одного все раскручивается такое. Да. Нет. А, да не, это из-за X-MedSys. Я тоже, это меня это бесит дико вообще. Да ну вообще, ну мыльник такой вообще становится сразу. Вот я не знаю, вот у меня такая вот херня. Вот парни, все из-за построились. А, построились. Джек Тейлор, как тебе моя овца? Лах. У нас с тобой одинаковые. Кто у нас командиры групп? Кто командиры... Звеньев. Выйди из так, строя. Выйдите кто из командир? Строя, да, и встаньте рядом со мной. Командир первого отделения, Блэк Джек, это Стивенсон. Второго отделения, Джек Тейлор. Третьего дня. Я третьего отделения. Третьего, да. Еще раз, нас 9 человек, я так понял, да? Угу. Да. В общем, делимся тогда на 3 группы по 3 человека. У каждой группы свой FTL будет. Я командир группы, поеду вместе с инженером и медиком в одной машине. Все остальные берут другие машины с пулеметами. Так, в общем. Мози, проблема. В команде Джека 2 человека, то есть он и... А у нас наоборот 4. Нас 9 человек. Fireteam Hood. Ну, проблема в нем. У них... 2 человека, у Блэк Джеков 4, у нас 3. Да я в курсе, что мы так поделились, но мы можем сейчас тоже поделиться и просто в каждой группе вот по 3 человека. Так давай. Понятно я... теперь? Ладно. В общем, выйдите, командиры, берите своих людей, каждый по 2 человека. Я беру сразу медика и инженера, они идут со мной. Кидайте, сразу прыгайте в этот... Внедорожник с пулеметом. Не в УАЗик, а в другой внедорожник. Да. Давайте кто там ко мне идет. Точнее, встаньте рядом с Нипко. Да ладно. Булка со мной, кто третий идет? Быстрее, парни, делитесь. Хайва булочным отрядом. Углевод, Warfare. Мне параллельно. Вопрос, где Булыч? Да. По рации. Про Блэкджек.
На позывной раз, раз, господа. Парни, еще раз. Все меня слышат. А. Еще раз, рацию ставим ровно 265, без дроби. Угу. Раз, раз. Арбас. Привет, слышно? Да. Привет. По машинам. Сами выбирайте, где там сесть. Так, булка, батон, УАЗик возле внедорожника. Блин, тут как-то слишком, знаешь, типа приближен немного до ШК вообще. У меня угол обзора очень маленький. Погодите. О, слышите, парни, булка потом выйти кто-то один, посмотрите, есть ли эмблема у меня на УАЗике. Да, есть, Джек. Есть, блин, да. Это мальцо вообще бесит. Да, мальцо вообще раздражает чаще. Можно его как-то исправить? Ну нет, это не аккорд. По-моему, юзер конфиг делается. Да. У меня есть предложение, как атаковать их. Так как у нас такой командный отряд, может устроим засаду именно с их базы, подъедем чуть близко к ним, они уже в это время отсутствовать будут, так как если вдруг так получится, все наши подруги... Они уже туда едут, подруги, объяснишь, в общем все за мной, за вендровером, или как оно называется. Стой, мы еще никто не едет, мы пока должны построиться и потом в чат написать, едем или не едем. Так он стартовал уже игру вроде, нет? Стартовать мы должны. То есть ты, командир, должен написать, что мы готовы, они тоже пишут готовы, и ты пишешь старт. Тоже жена не попрощался. Окей. Ладно, все равно, выстраиваемся в колонну. За внедорожником. Таки-стан. Американцев режу, бля. Пакистанские москвичи. Такистанские москвичи. Я не с ними. Батон из-за трейтера. Пиши в общий чат, чтобы синий увидели. Они хуёво из машину. Парень, идите все на синий чат. Няк, успокойся. Это же что-то вообще. Да я просто... Ребят, держите дистанцию, сразу же говорю. Метров 10 берите. Где чат? 50 минимум. То сейчас тормозёт кто-то. Вроде написал, но... Ничего не видит. Да. Ага. Айкос, мистер Грейн. А, там нокос. Держи дистанцию, и мне кто-то с МДШК теперь прям в нос тычет. Общий канал писать, почесали, да? Чесали. Да, вот я отвечаю, вот он. Они ответили? Синоби. Вот, где Синоби? Я с ними сейчас общаюсь тогда, я начну. Мне что-то сразу же вспомнилось эта песня Daft Punk'а Robot Rock. Почему ты Robot Rock? Воу, ребят, не надо, вы чего? Это слишком жестоко. Чего ты? Чего жестоко-то? Да тут прям вас отъеметь хотят. А. Ну блин, запасные овцы вон на респауне стоят, ребят. Нас за что? Лол. Как? Сейчас зеленый свет. Да, погнали, парни. Все, начали? Ну да, похер на них. Это будет небольшой секрет, парни, не говорите им. Да. Так, еще раз, командиры, звеньев, и кто в какой машине едет. Меня слышите или нет? Третье звено в третьей машине. Чего по три еще раз? Третий звено к третьим УАЗике с ДШК. У нас давайте немножко так скиллать 10 км в час давайте. 10? Ты гонишь? Фокс, да они пока начнут, им просто ближе, парни. Слоу баттру. Стоп, мы не в ту сторону поехали. Ну давайте по полю срежем. О, да. И дай угадаю, это батон. Дайте угадать, батон включил. Да, я включил батон, по чавканью. Парни, Мози, мне показалось ли я в ЦУ?
Овечка, не зови, овечка, не зови. Не дави. Вай. Девочка моя. Это же мой жена был, ты чё? Откуда у нас свиньи? Мы же их это... Это овцы, батон. Не все, что напомнил, это не тот дверь. Держим дистанцию, парни, не сломайте машины. Я удивлен, что асфальтики не заниженные. Кажется, нас спалили, пацаны. А где музыка? Пацаны, нас спалили, нас спалили. Парни, нас спалили, тормозите. Ай-яй-яй, блин, он сам сейчас прям, он за нами подсматривал. Сейчас посмотрите, на, я же говорю, нас спалили то, что мы поехали, они же готовы. Красавчик, он что, нас спалил бы, что ли? А который мы же на картах отображаемся. Так ты сказал, что в смысле на картах отображаемся? Не, мы у себя отображаемся на карте. Два треугольника есть на карте, обозначают. А нет, это для них-то мы не отображаемся. Аллах себе. Это была хорошая шутка, должен признать. Мы готовы. Ладно, поехали. Давайте без, блин, смеха каждые 30 секунд, блин, каждые 5 секунд. Ну смешно. Ну блин, ну знаешь, я по овце своей скучаю тут. Это невозможно. Так что. Слышишь, Фокс, мы когда ехали под музыку батона, это было чем-то напоминало Metal Gear. Ну хрен его знает, мне ничего на Metal Gear не напомнило. Ну там, блин, был какой-то момент, там Афганистан или Ирак, что-то такое, на PlayStation 3, там, я не помню, какая это часть. Ты, наверное, имеешь на четвертую часть, и в самом начале там, это самое. Да, они еще на Урал. На Ближнем Востоке, да. Ну, не знаю. Нет, не напомнило. Вернись на вас. Ну ладно, поехали. Окей. Батон, врубай. Drag Race, у вас Drag Race. Стив, ты, мы проигрываем, батону. Самый раз в фильме. Ты хочешь сказать, что я толстый? Да. Ладно. Сейчас вот прям обидно. Слушай, ты просто не на полном газу едешь. Ты не на полном газу просто едешь. А шип зажал? Знал. И как нас, как нас спалили-то вообще, а? Да блин, у него МЦЦ, наверное. Кто не обидится. Вай! Аллах помог нам ее не сбить. Аллах свидетель, я не хотел. А где все? Что-то я не понял. Эй, дитка. А вон они. Я тебя сейчас скучу, моя сладкая. Кстати, Бука, ты отмечаешься только на карте для меня, а я для тебя, да? Парни, а, куда вы? Ты куда едешь? Ладно, хаба. Прицепите ко мне взрывчатку, парни. Так-то я тоже знаю, только я не знаю, где, блин, Сахис, мой отряд. А, вот. Я помню, в Army 2 там реализовано было, по-моему, на каком-то лайфе. О, все, синие готовы. Ну, прыг. Синие готовы. А где этот внедорожник вообще, а? А, вон. Ого. Ой. Блин. У вас это очень серьезная машина. Готовы ли, сударь? Если готовы, вы неверный, то должен был сказать. Поехали. Неверный. Одно странно, почему мы не на приорах? Заезжены, да? Че нет? Проехали нигде. Блять, что? Визга уже сели. Ихай, брат, дальше. Куда вы погнали вперед головной машины? А хер его знает. Сударь. Нафиг отстреляешь в такую челюсть. Батон. Блять, потом. Блин. Ну,
Это у батона, блин. Ну, не ешь, твоя же тут. Парни, вы не отстаете? Это просто угар. Ну, у нас нет ни автомобиля. У батона сабвуфер Аллаха. Парни, я вас не сильно доебываю музыкой. Нам приятно. Если батон, есть, давай, оставляй наоборот, класс. Да. Главное, чтобы тебя батя не поругал. Вивальди-то? Культурные талибы. Ёпта. Из Петербурга просто, да. О, кролик. Ну чё, птички поют, природа, Вивальди, всё нормально, всё как надо. Не, батон, давай какой-нибудь лизгинку, я не знаю. Тунак. Аллах. Батон, давай тунак. Так я еду через центр, а кто направо? За тебя Колым отдам. У меня такое ощущение, что мы на них... Стоп, машина, блин! Вот я говорю, дистанцию лучше побольше держать, потому что я на карте себе метку поставил. До туда надо ехать, там направо поворачивать. Почему туда именно? Потому что оттуда ближе будет. Они на хэмерах сейчас до 200 разгоняются, а мы на сотни едем. Ладно, гони. Я хотел стыдно. Ты дурук, так я наоборот, дурук. Они сейчас там и поедут, если что. Вы криминальный круг. Они же уверены. Ну так вот. Стив, ты это записываешь, надеюсь. Это что вам говоря? Если не будете слушаться, я, блин, просто выйду из игры. Окей. Вы же знаете, что мы так медленно едем. Ну правда. Мы. Катя, да, сегодня был такой, не знаю. Погоди. Ну, мы поехали, короче, во время тренировки. Да. Мол, что-то такое. Да. Все из-за бульдека начали стрелять. Не могу просто. Командир, мы немножко отстали. Гоните, мы вас подождем. Все, у меня из ушей кровь. Черные глаза. Вспоминаю, умираю, черные глаза. Только по основной дороге едьте, мы вас встретим. Черные глаза. Что? Черный так и сам. По основной дороге ехать, мы нас встретим. Нифига не тормоз. У нас машина Аллаха, так что... Все, теперь здесь уже мы чуть-чуть направо едем. 3 километра. А может где-нибудь в горах, короче, настигнем, как настоящие душманы? Вахабиты. Ну, вахабиты. Блин, мне так неудобно зашикает, вообще капец просто. Вахабайт. Шутку понял. Смешно. Блин, слушай, включил черные глаза все-таки. Черные глаза. Вторая машина, командир второй машины. Посмотри сейчас на карту, я поставлю мне. Да. Там будет твоя позиция, должен будет забраться на горку и занять там позицию. Луз, я не понимаю. Я смотрю и не вижу, тут куча меток. Да, а который из? Да. Позиция второй машины, вижу, Стив, позиция второй машины. Видишь меток? Прям по дороге езжай, Стив. Попробуй занять там позицию выгодную, чтобы простреливалась дорога и холмы ближайшие. Ну нихера себе там гора, блин. Видишь, Стив, гора на 2 часа далекая. А мы штурмуем.
Титан, на нее надо залезть, нам на нее надо залезть. Полтора километра, который впереди, вот этот вот. В принципе, уже можно потихоньку сворачивать. Да вообще просто. Снежную это самое. Ну ты понял. Прям снежную зарю. Вот, в принципе, слышишь сейчас душу дьяволу, правда? Можно уже, в принципе, потихоньку направо там сворачивать в ложбинке. 900 метров на один час. Смотрели фильм «Алмаз с камнем»? «Роман с камнем» — прикольный фильм, если с Майклом Дугласом, который... Аккуратненько. А вы без. Ого. Это уж мы уедем? Третья машина за командиром. Нихера себе. Третья машина за командиром, да. Принято. Мы несемся в город, нам чуть ли не перпендикулярно вверх. Пока я не скажу, третья машина... Это багово, третья машина сейчас останавливается на этом перекрестке и держит дорогу. Потом по моей команде вы возвращаетесь на дорогу. Что и надо, едет дорогу палить? Принято. Вы не представляете, насколько у меня просто дичайший зум. Надо чуть-чуть за кустик, да, Стив. Так что, ну, хотя что я тебе рассказываю? Они едут, погоди-ка, вот они поедут через низ, видишь? Вот они поедут через Чак-Чака, скорее всего, ну, по логике. Да. Потом они прут налево и это самое. Либо они могут поехать по пустыне тупо. Я не думаю, просто... Они могут по пустыне погнать. Ты смотри, чтобы мы вот эту самую дорогу простреливали. Ну ладно, да. Я буду палить то направление. Ну а я за шкаф сидеть мне? Стив, давай я тебе гранатомет дам. Стив. А то что я просто как валк стреляю. Угу. Так, вторая машина, ты на позиции? Рэта. Да. В общем, спрыгивайте с машины, одна занимать круговую оборону и осматривайтесь. Третья машина, возвращайся на дорогу и догоняй. А у меня бинокля нету. Он тебе не нужен? Ты же не тимлидер. Хотя вот тут даже зум мне очень пригодится. У меня вообще, говорю, у меня дичайший зум. Я бы даже без мока все отлично вижу. На полтора километра. Слушай, Стив, а посмотри деревья, может они уже там. Повтори, повтори. Вижу, вижу, вижу. Да. Я тоже. Они слышали, прям в Куша поехали. Не, первая машина едет в Кушап, я так понял. Мы две сидим машины тут. Вон они, видишь? Они вместе поехали. В Кушап. Две машины. На 200? Да, на 200. Они третья машина, если прям засаду, не, прикрывайте не. Отход. На 290 наши две машины. Они уже в Кушапе. Няк. В смысле, наш это пусть Кушап едет. Нам-то и надо захватить этого самого. Да. Не, мы на обороне. Мне кажется, что они могут по горам, слышишь, объезжать тоже. У меня, да, есть такая же теория, что они могут напрямик поехать, чтобы сократить себе путь. Мы сделаны из мяса. Угу. А мне все похуй. Я сделан из мяса. Еще раз, Стив, я если вижу, что? Сэм, добрый джамщик. По одному? Принял. Хорошо, Стив. Самое худшее, что может случиться...
Буду пидораса. Проверенные здания помещай. Они уже ищут, слышишь его? Они не используют нашу тактику закрывания дверей. Парни, нашел, короче, возле УАЗика нашего, двухэтажное здание синее. Не возвращаться. Кстати, они могут, в принципе, где-нибудь в горах высадиться и пехоты пойти. Да, им их не... Так что, не, поглядывайте за хребтами. За хребтами на юге. На юг, юго-восток, ребят, смотрите. Ребят, вот, ребят, на восток чисто смотрите. Проблема, нам некуда его садить. Хаммер! С востока! Кто-нибудь останет. Хаммер, с востока, прием, Хаммер, с востока едет, по дороге. По дороге? Да, вот, откуда мы приехали? С востока, на восток. Есть, вижу, да. Я сел уже. Жду. Он один, это разведка, пацаны. Пометили на карте, не? Он близко? Да. Ну, блин, на связь, не хватит. Все, перезарядка. Они поубегали. Выстрелы. Блин. Ехай. Блядь, где хам? Фокс вылетел, Фокс. Вон, Фокс выбежал. User joined your channel. Я почему-то выкинул из хаммера. Что, я ничего не делал. Я стрелял в магазин, меня выкинуло просто тупо. Журналисты. Короче, у ДШК полностью сбиты прицелы все. Я не знаю, куда я стреляю. Я стрелял чисто прицел, но нихера вообще. Оно то лево, то... Парни, журналист пропал. Говно какое-то. Как что, тут пропал? Мы, кстати, ждать? Убежал, что ли? Да, давайте где-нибудь тут. Не думаю. Ну, мы их напугали. Уже неплохо. Ты заметил, там был один хамбик? Да, это разведка была. Не, либо это была не разведка, либо они просто с двух сторон хотели сейчас зажать. Журналист уходит на восток. А, ты убегай. Ты не назвал. Я не сказал, кто это, я не знаю ваших имен. А, да, это же игрок, я забыл, может убегать. Если что, Стив, тормози, сразу орём на него, короче. Алла! Они за ним бегут, что ли? Ура, да, а, вот он. Ты неизвестный. Ладно, да вот, он что, прикол? Быстрее, мы не можем его грузить, Стив. Он синий, а мы красный. Он не может. Так, журналист, сесть, раздевайся. Да, об этом вы не подумали. Пулиночки, следите за холмами, куда вы смотрите. Окей. Мази. Погодите. Что-то это как-то странно. А вы же ко мне не можете сесть. Фокс, спали, пердак. Подождите. Я не могу вести никакую вашу машину. Ну потому что. Все, да, блин, это просто косяк. Нет, это реально, это выход, он прав. Прыгай в машину. Давайте я найду квадрик для себя и поеду за вами, так будет логичнее. Давай тогда я его убью, прыгай в машину. Но вы осознаете, что если я буду отыгрывать роль, я смогу эту машину просто увезти куда-то и все. Представь, что ты в машине с нами сидишь. Ты будешь... Ну ладно. И дай мне свой бронежилет. Да что ты снимай. Так, стоп, блин. Стив, давай под горам растечем. Парни, не, это реально, это что-то не то. Стали кубкой, не можем решить, кто куда едет. Это... Музи, решай давай. Да, блин, я и говорю. В общем, медик, инженер идут со мной. Я сопровождаю прессу эту, блин. Все остальные прыгают по машинам, чтобы на каждой машине был пулеметчик. И сопровождают нас. И патрулируют местность впереди нас и сзади. Кем? Вдруг пешком пойдем? Нет. Мози, я предлагаю нам налегке с тобой и с инженером отправиться пехотой до точки, по пустыне побежим. А я о чем говорю? Смотри, Ты перезарядил? Стой, выслушай. А
Отряд Black Jack берет командование второй еще, третий, второй, третьей ротой. И они будут ехать по дороге. Стив, давай по горам растечемся. Как тебе, Мози? Я хочу пойти на север. Поехали, решили. Да, с руками какая-то проблема. Так, командир, извини. Слушайте. В общем, одна из машин остается здесь и прикрывает отход. Вторая машина едет по дороге на север и проверяет местность. Мы, когда выйдем на точку, до дороги до нее в северной, сообщим вам. Поняли? Мы пойдем пешком. Я так выражу сейчас свою мысль. Я думаю, они американцы сделают засаду, то есть они сюда не сойдут. На базе. Мне кажется, они на базе. Не, на дороге где-то они нас встретят. Ну, я это его и боюсь. Так что давай, да, реально, первый УАЗик едет. Можем просто все уехать на север через Молодост. Ну, вы услышали, нет? Забомбомить. Да. Вторая машина едет на север и осматривает. Стивчик. Наверное. По горам растекаемся, слышишь? Спокойно. Моя взрывчатка! Дан! Парни, мы время теряем, блин, кто там разбирает? Прикрывающая машина остается, вторая, в дозор. Медик, инженер, пресса идут за мной. Так, зашибись. Все поняли. А внедорожник бросаем. Ладно, давай, пошли за мной. Парни, молчите, слушайте командира. Так, сесть или идти за тобой? За мной, ты команды сказал, за мной. Вы классно, Талипа, подыгрываете. Давай. Пресса, вставай. За тебя колым отдал. Ты идешь за мной. Душу дьявола так, продал. Понятно. Слушай, всё, вы все пошли. Такие одинаковые. Идем. Это расизм? Опа! Журналист, сюда, быстро! Журналисты сюда! Они на западе. Чуть не убили меня. Журналист, да Заханя, за внедорожник, быстро. Враг устроил нам засаду на северной дороге. Прямо по мне стреляют, да что ж такое? Парни, да нужно двигаться, что мы делаем? Минус двое у нас. Минус трое, вон еще один лежит. Себя, ты вон еще не один. Умеешь, правильно? Так, командир убить, нет? Я думаю, ты все-таки не умеешь. Так, репортер, быстро. Водитель в внедорожник и вот вперед по дороге сюда. По дороге сюда? За нами, за УАЗиком, понял? Алай, не отставать. Понятно. Пулеметчик из УАЗика, быстро к нам УАЗик. Кто вот здесь УАЗик? Бляха, АФК. Погнали. Командир лежит, спасать надо. Нет, куда ты стреляешь, если это не АФК? Мухамби. Где ты там Хамби увидел? Как меня метко положили. Мози, держись. Фай, брат, что случилось, эй? А, Стив, это ты? Тогда валяйся дальше. Шутка. Легкая боль. Блять. Бля. Ребят, я взял прессу и булку и выдвигаемся на базу.
Кто это? Привет. Блять, ну и дебилизм, я считаю. Ну, да. Проебались мы, да. И даже не оттуда стрелять начали.